В странах Евросоюза внесли законопроект, который запрещает использовать цветные пигменты для нанесения татуировок. Подробнее в нашем следующем сюжете. С этого года в странах Евросоюза вступил в силу запрет на использование цветных пигментов для нанесения татуировок. Европейское химическое агентство год назад сообщило о том, что около 4000 химикатов, которые входят в состав красок для татуировок, потенциально опасны для здоровья. Они могут вызывать рак и даже генетические мутации. Вот, мне кажется, просто из-за того, что будет стоить чуть меньше, то есть будет меньше запасы краски, то есть она будет рассчитана только условно на Америку, на Южную и Северную, и на Россию. То есть те страны, которые не входят в Евросоюз. Вот. И, соответственно, мне кажется, будет не особо выгодно производителю работать на эти страны, и что тоже они будут выдумывать, либо поднимать цену. В список запрещенных попали пигменты Blue-15 и Green-7, которые содержатся в подавляющем большинстве татуировочных чернил. Сейчас создатели цветных красок работают над тем, чтобы найти безопасные альтернативы цветным пигментам для татуировщиков. Индустрия ждет чернила, произведенные на растительной основе и без вредных химических компонентов. Чернила красные имеют ртуть в составе, и зеленые и синие имеют кобальт в составе. Они все являются токсичностью и канцерогенностью. Новый запрет стал настоящей проблемой для тату-мастеров, особенно после 2 лет антиковидных ограничений среди локдаунов. В Германии, например, в основном популярны именно цветные татуировки. И даже если мастера пытаются оживить монохромный рисунок оттенками, это нельзя сравнивать с яркими цветами. Профессионалы рынка думают, что спрос на тату упадет, а салоны просто разорятся. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.